программа «Брутальный ремонт». С вами мастер Ун, и мы будем рассматривать с вами различные интерьеры, дизайнерские проекты и квартиры, в которых живут различные люди, уважаемые олигархи и простые смертные. Вот. В данный момент я вот хочу показать такую вот аккуратную, небольшую бюджетную квартирку. Сделано просто, но со вкусом. Ай-яй-яй. Красота, страшная сила. Такой вот современный интерьерчик. Скромненький. Ну и дальше мы будем смотреть разные нюансы с вами. И вот такой вот вид открывается у нас сверху, с балкончика. Там вот где-то вдалеке можно увидеть Волгу. Вот такой вот вид. И так вот красиво у нас разрисованы домики. А мы продолжаем идти дальше. Почему? Но я люблю снимать и фотографировать землю и потом смотреть на небо. Вот так вот. Красота страшная сила. И сегодня мы продолжили апгрейд нашего напольного Киота и также продолжили батарейные решетки изготавливать. И сейчас я вам все покажу и расскажу. Вот до такого состояния мы довели сейчас нижнюю часть нашего напольного Киота. Вот так вот. СХС, НИКА, буквы и МЛРБ. Кто знает, что такое МЛРБ, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот. В следующей программе я вам все это расскажу, что это значит, такой таинственный слова такие. Вот. И хочу показать, в каком состоянии сейчас у нас находится верхняя часть Киота. Она вот ждет своей отправки. Вот в таком состоянии мы решили лишнего не накручивать. Здесь вот будет сверху такой вот у нас резной элемент. Вот, что-то цепляется со страшной силой. Вот, вот такой вот элементик резной. Вот, лаконично и очень недорого, но в то же время дешево и сердито, как мы сейчас говорят. Вот, и хочу вам напоследок показать, как у нас выглядит вообще наша кухня. Вот в таком состоянии сейчас она. И здесь мы будем делать антресоли, потолки очень высокие, вот дранка. Пленные немцы строили. Вот. И здесь у нас будет плита, мощная машина, посудомоечная, и газовая плита. Также рукомойник. Вальник. Вот. А сейчас посмотрим, какой у нас открывается прекрасный вид из окна. Вот это вот филармония. Ночная Казань. Красота, страшная сила. Пляски. И в эту сторону вид на центр, там вдалеке у нас набережная Булака и кольцо. Вот. Время позднее, людей уже почти нет у нас. Вот такая красота. Завтра у нас 21 июня мы вспоминаем такого вот красавца Федор Стретилат. Он у нас в 319 году. Это что-то, господи.